Всем доброго времени суток. Получил очередную бандероль с Китая. Добиралась она сюда около 2 месяцев. Если не ошибаюсь, это подставка под телефон. Да, так и есть. Вот такие вот 2 подставочки. Стоимость их около 50 центов одна. Приехала она в Украину. Вот так вот телефон на ней стоит. Можно и планшет поставить, очень удобные. Из всех, что заказывал, вот эти самые такие удобные. Так, добиралась она сюда около 2 месяцев, забирал в почтомате приватбанка. Вот так вот, стоимость посылки в доллар, оценили в 4. И пришла через почтомат приватбанка. Вот даже так бывает. Ссылку приложу в описании, кому интересно, заказываем. Подставка, я же говорю, из всех, что заказывал штук 5 разных. Это самая такая хорошая, устойчивая, телефон мне не падает. Вне зависимости от размера дисплея. Вот так вот он стоит, видите, нормально стоит, не шатается, не падает. Ссылка в описании, подписывайтесь на канал, всем спасибо, пока.